21-22 июня в Харькове на аэродроме Карутич будет попытка установления национального рекорда Украины по парашютному спорту в классе большие формации с перестроением. Будет 10 попыток, прыжки будут совершаться с вертолета Ми-8 МСБ с высоты 4200 метров. Наконец-то попытка рекорда будет в Харькове. Приятно вдвойне, потому что Харьков – это кузница парашютного спорта Украины, основные спортсмены, ведущие с Харькова, из Харьковской области. Поэтому, ну, наконец-то на родной земле будет попытка. Люди готовились к этому рекорду, подходили. У нас же сезонный вид спорта, когда тепло и когда есть условия, погода. У нас очень много субъективных факторов, которые влияют на установление рекорда. Морально и технически спортсмены готовы. Суть рекорда именно не только в построении фигуры, а в перестроении ее в воздухе во вторую фигуру и в третью. Аэродром Карутич, всегда суббота-воскресенье, есть люди, которые приезжают, совершают первые прыжки, есть спортсмены, которые приезжают на плановые прыжки. Люди знают о том, что будет попытка установления национального рекорда. Вход свободный, все могут приехать, посмотреть на это мероприятие. Я думаю, будет очень красочно.